Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале свежих новостей и обзоров на то, что в игре происходит. И стартануло долгожданное событие, а именно Mad Arena, Mad Games и все, что связано с Мэдом в нашей игре. И в честь этого события разработчики выложили вот такой вот бесплатный подарочек для каждого игрока. Мне лично кажется, что очень даже классно выложили. Обязательно зайдите в игру, обязательно заберите подарок. Во-первых, здесь заберете один из пультов, а именно пульт номер 3. Есть обвесик D2, что я лично считаю одним из самых красивых обвесов в нашей игре. Есть две антенны, которые понадобятся уже в ближайшее время в такой себе своеобразной рулетке. Есть два внешних вида и, главное, есть одна открывашка. Зачем нужна открывашка? Если вдруг вы не знали, то сейчас стартанул вот такой вот ивент, в котором необходимо собирать открывашки, за открывашки открывать бочки. Из бочек можно получить себе какую-нибудь из машин, плюс к тому новую тачку Костолом, обзор на которой я уже выложил у себя на канале буквально через минуту после того, как данное событие стартануло. Ну и плюс поживиться какими-нибудь контейнерами и другими вещами. Также может отсюда выпасть вот такой вот ломик. И с помощью вот этого лома можно открыть вот этот вот гаражик. А в гаражике, ребят, опять-таки набор машин, костолом, еще контейнеры, голдишка, внешние виды. Ну и плюс к тому, здесь можете забрать себе от 10 до 400 вот этих карточек и от 10 до 400 пуговиц. Зачем они нужны, я думаю, понимаете. За 300 карточек можете забрать уничтожителя, а за 200 карточек забрать крушака. Ну и что касается пуговиц, то, как мне кажется, самое приятное, что здесь есть, это контейнеры, собери их все, а если не хотите играться с судьбой, то берите себе вот этот великолепный обвес. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, а вы, друзья мои, обязательно заходите в игру и забирайте свой бесплатный подарок. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.